E aí виртуальную церковь man. они такие классные все когда пишут поэтому говорю Давайте поприветствуем нашу виртуальную церковь man. доброе утро дорогие добрый вечер добрый вечер вам там во всех уголках земли и я, я продолжаю говорить пишите ваши свидетельства и естественно по очереди мы доберемся и до Него. Man. Нам очень приятно слышать ваше свидетельство, что Бог делает с вами. Не скупитесь писать о том, что Иисус сделал с вами. Это я обращаюсь сейчас туда, в камеру. И если Иисус исцелил, изменил тебя, пожалуйста, напиши. Если напишешь действительно такое мощное свидетельство, оно даже будет размещено на веб-сайте. Почему? Потому что мы верим в силу свидетельства церковь. Мы верим. Почему мы все это читаем? Почему мы даем возможность людям высказаться? Почему выставляем на веб-сайт? Потому что откровение говорит, они победили его. Кто напомнит мне чем? Кровью Агнца и чем еще церковь? Словом своего свидетельства. Это говорит о том, что первая моя нога, на которой я стою, это кровь его. Вторая это мое личное свидетельство, что кровь сделала в моей жизни. Amen? Поэтому, дорогие, я не хожу. Не написано, они победили его именем Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа это наше оружие. Вы понимаете, да? Мы победили его кровью Иисуса Христа. Аминь. Кровью Иисуса Христа. Первое. Второе. Сила моего свидетельства. Поэтому поймите, что нам дана сила в крови и в нашем личном свидетельстве. Аминь. Хорошо, дорогие, именем Иисуса мы исцеляем, изгоняем бесов и творим много чего еще и будем творить. Но кровь его это что-то особое. Хорошо, итак, мы пойдем с вами в слово. И я так скажу, что сегодня семья, я так скажу, поговорю о, о таком нормальном топике, я так скажу, это топик невозможно будет не понять, поэтому это будет тема, я так скажу, более, наверное, немножко вспомнить о некоторых моментах своей жизни, перепроверить себя, а еще раз задать вопрос, там ли я, тот ли я, туда ли я иду, куда Бог направил меня. Итак, дорогие мои, тема называется сбитый фокус. Кто-то понимает, что такое сбитый фокус, да? Я сегодня объясню. Итак, нет ничего опасней. Слушайте меня внимательно, потому что я сразу начинаю говорить по теме. Я не пытаюсь ждать до половины служения, чтобы протянуть время, чтобы говорить тебе откровение. Я буду начинать это делать прямо сейчас. Итак, нет ничего опасней для человека, который призван Богом, как сбитый фокус. Потому что теперь все силы ресурсы и свой талант, при всем желании добра этого человека, он будет направлять в неправильное русло. Ты слышишь меня? Сейчас ты меня не слышишь. К концу служения ты поймешь, насколько важно это слово, что я сейчас сказал. Итак, нет ничего опасней, чем личность со сбитым фокусом. Потому что теперь все его силы, ресурсы, направления, все, что он желает делать, оно идет мимо цели. Всем понимаете, о чем это? Послушайте, итак, один момент, который я хочу сразу установить. Некоторые люди говорят, он остановился. Слышали такое выражение? Он перестал двигаться за Богом. Это все ерунда. Никто не останавливается. Просто теперь я иду не туда. Все со мной? Я шел туда, теперь я иду не туда. Никто не останавливается. Теперь все мои силы, которые я употреблял на молитву, я употребляю для греха. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я... Никто не останавливается. Даже шел, и что? замерз, что ли? Это в нашем понимании, он больше не ходит за Богом. Продолжаем, теперь он ходит за другие, за другой субстанцией. Amen? Поэтому умоляю вас, никогда не подумайте, что если кто-то сказал там, о, человек перестал идти за Богом, человек, о, они остановились в своей молитве. Они, не... они остановились в молитве, но теперь у них их уста говорят не молитву, их уста теперь говорят что-то другое. Поэтому сразу самое правило, запомните, личность не перестает двигаться, она просто начинает двигаться не в том направлении. Все здесь? Окей. Okay. Некоторые гвозди забьем сейчас, чтобы потом было на чем строить. Смотри, итак, все началось с того, что, вы знаете, мы любим с командой ездить на стрельбище. Иногда я беру просто... А, винтовку, там, оружие, и просто еду в тир просто пострелять. А Кто-то едет, например, на, я так скажу, разгрузиться на пляж, я заряжаю свои автоматы и разгружаюсь там, в тире. А у каждого свой разгруз, ну, не в этом дело. Кто-то разгружается, ходя по тротуару, там, по я песне, не имеет значения какой разгруз, у меня мой разгруз есть. И я так скажу, что один момент просто взяв свою винтовку и, я так скажу, поехав на, просто на стрельбище. И вы знаете, я при транспортировке, да, она, она, видно, при транспортировке эта винтовка, она, видно, ударилась, и прицел был сбит. Все понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот винтовка, вот у нее оптика, прицел стоит, все, да? И я когда ехал, она, видно, съехала где-то в траке, ударилась и немножко сбился фокус. Вы видите, куда я иду, да? Сбился фокус. Смотри, и вы знаете, я, будучи еще тогда, я так скажу, молодым, неопытным таким я так скажу, стрельцом, или как это назвать, <сих> охотником, как угодно называть, а, не перепроверил прицел. Я зарядил полный. полный это ружье, я зарядил а, патронами и выстрелил по мишени. Окей? Okay? И уникально было то, что та винтовка, которая вчера, вчера, буквально же, здесь же, на этом стрельбище, стреляла идеально. Теперь эта же винтовка, эти же патроны, этот же я ни одна не попала в цель. Кто-то понимает, о чем я говорю? Послушайте меня очень внимательно, дорогая семья, потому что то, что я сейчас буду говорить, для некоторых это тонкая операция. Некоторые люди не могут понять, я же шел за Богом, я же жаждал славы, это же были мои друзья, это же была моя семья, что произошло в моей жизни? Родной мой ответ себе на вопрос, стреляешь ли ты туда, куда стрелял так точно вчера? Тратишь ли ты силы именно туда, куда твои силы уходили год, два, три назад? Постишься ли ты столько, молишься ли ты столько, калибруешь ли ты свой прицел, пристреливаешь ли ты его правильно, или ты уже давным-давно не возвращаешь внимание на фокус и прицел. Самое главное – это зарядить и пострелять. Кто-то понимает, о чем я Дорогие мои, будучи уже довольно-таки опытным человеком, который разбирается в оружии, я так скажу, что в оружии не так важно, почистил ли ты ее, зарядил ли ты правильно, даже не важно, все ли на оружии присутствует, а может быть пол приклада, там, знаете, деревяшки отломилось, как важность точности оптического прицела. Кто-то понимает, да? На моей винтовке может половину вещей не быть, я так скажу, функционирующими. Или просто они старые, поцарапанные, не имеет значения. Вы знаете, как многие из нас держат свое, свое оружие наполированным в масле и хорошо передергиваем затвор. Но как часто мы с вами проверяем туда, куда мы стреляем? Наша цель стрельбы, попадаем ли мы туда, или просто сейчас цель пострелять? Прийти в церковь, просто побыть, просто посидеть, просто встретиться с людьми. Ты вроде тратишь силы, ты вроде ездишь, ты вроде заправляешь ту же машину и паркуешься на той же парковке. Но проверил ли ты свой фокус, туда ли ты стреляешь? Сегодня об этом, церковь. Сегодня подумать об этом. Смотри. Через этот случай Бог проговорил ко мне очень уникальный, вы знаете, приехав домой, естественно, я разобрал все, пристрелял назад, и моя винтовка была опять в, в правильном состоянии. И вы знаете, Бог проговорил ко мне через этот случай, Он просто сказал мне... Винтовка продолжает стрелять, но теперь она стреляет мимо цели. Все понимают, да? То есть мы с вами продолжаем двигаться, мы с вами продолжаем молиться. Я хочу задать тебе вопрос, когда последний раз ты подслушивал свою собственную молитву? Оп оп, 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 оп. Когда последний раз ты подслушивал свою собственную молитву? Когда последний раз ты спросил у своего сердца, слушай, сердце, а почему тебе сейчас это надо? Год назад тебе это вообще не надо было. Сердце, по какой причине ты сейчас хочешь это? Ведь раньше тебе нужен был только Иисус, только Его присутствие. Забежать домой и прочитать хотя бы одну главу успеть перед тем, как уснуть. Ведь раньше я так стрелял, и я получал наслаждение от того, что я попадал в цели? Сейчас это рутина. И сейчас мое хождение к Богу, уже не к Богу. Мой фокус сбит. Я вроде в этом же здании, я вроде там же и сижу, но теперь мой фокус это люди, это человек, это он, это она, это пастор. Это... Кто твой фокус? Церковь. Я знаю, сегодня будет тихая проповедь. Я знаю, потому что я ее когда писал, я там аминий даже не знал, где же аминь вставить? Не вставляется нигде, потому что, честно, дорогие, в этот летний период время проверить наш фокус, Аминь. Время проверить, что я сейчас хочу. Я понимаю, когда настают дожди и снега, почему-то ты молишься о пробуждении. Но когда начинается прогретое море, теплый океан, речка. И ты знаешь, что ты говоришь, Господь, пока задержись, я скоро приду. Дорогие мои, это все говорит о том, что Бог не может дать людям часть своего царства, потому что Он должен работать по твоему графику и в твоих сезонах. Бог, сейчас не надо. У меня сейчас купленный вакейшн. У меня сейчас отдых выкуплен, сейчас все. И вы, вы, вы понимаете, о чем я говорю? О, как хочется видеть тех, которые на своих лицах здесь проплакивают лужи на этом паласе, на этом карпете, чтобы Бог начал двигаться в их жизни. Когда последний раз ты был в посте, и я не имею в виду, ты пропустил пару раз покушать нечаянно. В посте. Не за новую машину, дом или мужа, а за Бога, за славу. Вспомни свою молитву три года назад. Вспомни свою молитву, когда ты пришел в центр. Вспомни свою молитву, когда ты только начал слушать, что твое сердце кричало. Кричит ли твое сердце то же самое сейчас? О, а меня не будет, я даже не рассчитываю на это, поверьте мне, я знаю. Почему? Потому что сегодня время проверить свой фокус, церковь. Время проверить, ты пришел для Бога сюда, так почему ты откончил человеком? Раньше твое сосредоточение было вообще ни камеры, ни люди, тебя не волновало, кто сидит рядом со мной. Теперь тебя ничего не волнует, как только то, кто сидит рядом со мной. Что этот вытворил? Вот Веня сидит. Он, что он натворил там? Вот что он там натворил, что он там подозревает? Что, что он там, делает. Не знаю, Веня, ты постоянно просто тут сидишь, еще в такой клетчатой рубашке. Тебя нельзя не заметить, извини. Постоянно в какой-то проповеди Веня выскакивает по жизни. Ты здесь? Вы здесь. Почему твой фокус стала не тот, кто не он, а все остальное, что не имеет вообще значения к твоему росту в Боге. Ты скажешь, О, я раньше много чего не знал. Бог мой, дай нам не знать. Бог мой, дай нам много не знать, потому что как только я начинаю знать, мой фокус сбивается, и я стреляю уже не туда. Теперь типа раньше домашняя группа была такая, давайте молиться, Бог будет двигаться. Сейчас ты видел, что они там Че, нет аминий, да? А -а, я понял. <смех> <смех> Такой бедный аминь где-то откуда-то с подсидушкой. <laughs> <laughs> Дорогие мои, я все о том же, семья. Я все о том же. Раньше сидела группа людей и кричала в небо. Сейчас сидит группа людей и выливает грязь. Та же группа, те же лица, та же семья, тот же стол, на который сыпалась слава, тот же стол, на котором лежала Библия, тот же зал, в котором двигался Бог, теперь льется грязь. Мы стреляем, мы выдыхаем тот же воздух, но теперь не туда. Мы поддерживаем руки, но уже не те. М -м -м. Сбитый фокус семья. О, сегодня, когда ты сядешь в машину, будет над чем подумать, когда ты поедешь домой. Ты уже, я думаю, думаешь, потому что тишина какая-то, как будто я попал к баптистам. Реально, вот баптистская церковь какой-то. Но я понимаю, я, 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 я с вами. Я с вами. О чем я сейчас? Я о том, что время от времени, дорогие, мы должны проверять сами себя же. Я о том, чтобы перепроверить свои, свои же надписи на своем же соцсети канале. О чем ты писал три года назад? И о чем ты пишешь сейчас? Раньше эти буквы славили Бога, сейчас эти буквы атакуют. Почему? Зачем? Ты даже не знаешь. Я, 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 а я знаю, знаешь почему? Сбитый фокус. Я стреляю, но это уже не то и не туда. И я попадаю, но это уже не то и абсолютно не те. Интересно. В хороший период времени мы живем. Время пристреляться, братья и сестры. Знаете, что я как человек, который люблю стрелять, раньше выезжал на охоту, сейчас нет времени вообще. Знаете, что на, на охоте самое опасное? Рассказать вам? Охотник со сбитым прицелом. Почему? Потому что когда мы с ребятами одевали наши жилеточки, наши оранжевые жилеточки, и пищали то на утку ходили, то еще на что-то, сейчас не в этом дело. И уникально то, что когда мы шли, мы расходились нас, пятеро, шестеро охотников, мы расходились по лесу, или а, длинная большая трава, да, мы просто приседали в траве, чтобы охотиться. Кто в курсе, тот в курсе, кто не в курсе, оно вам не надо. Животных убивать нельзя. Я, кстати, уже это. Я животных просто ем, сейчас я их не убиваю. Ладно. Вкусные Божьи творения. Смотри, я понимаю, сейчас вегетарианцев просто убил всех. Ничего, ты же прощаешь, да? А, надо прощать, прощать. Надо. Смотри, и когда мы разбредались с ребятами по высокой траве, по кустам, по деревьям. Самое интересное, что вот летит, и вы знаете, когда начинается, когда поднимаются утки в воздух, у тебя нет времени думать, у охотника срабатывает что? Рефлекс, инстинкт. Он вскидывает винтовку, и ему доля секунды проверить мушку. Если мушка сбита, можешь себе представить, иногда утка летит около тебя, ну, два метра, и ему нужно попасть не в тебя, а в утку. Потому что никто не проверяет, откуда они улетят. Мы не знаем. Хорошо, ты, Андрей, иди туда, потому что я туда не стреляю. А я как раз пошел туда, откуда утки вылетели. И знаете, что самое уникальное? Я знаю случаи, где в спину получали нечаянно кучу дроби и умирали. Не потому, что кто-то косой, а потому, что винтовка. Потому что направил я туда, но выстрелил я туда. Ты со мной? Потому что моя мушка, мой прицел сбит. Очень часто, полируя свое духовное оружие, проверяй мушку. Дьяволу даже плевать на то, как выглядят твои доспехи. Он тихонечко приходит и сбивает прицел каждый день, чуть-чуть, чуть-чуть. И когда ты вышел на охоту, ложатся твои братья, а не дьявол. О, время задоло. Здесь можно сказать аминь. Скажем. Аллилуйя, аллилуйя. Есть один аминь. В кошелочку положим. И самое, самое уникальное, что когда мы с ребятами приходили, мы с ними уже в теме. Я говорю, ребята, у всех прицелы правильно настроены. Все проверили. Все должны были перепроверить еще раз, правильно ли мы бьем, туда ли мы стреляем. Хм, уникально. Хорошо, задумайся над этим, задумайся. Я хочу задать тебе вопрос. Когда последний раз ты проверял свой фокус? Стреляешь ли ты так, как стрелял несколько лет назад? Вы знаете, я всегда... Я так скажу, я веду журнал, у меня есть мои записи. Этот журнал, естественно, сейчас в электронном виде, ничего не сделаешь. Раньше писал, сейчас все делаем на своем мобильном телефоне. Ну, неважно, вы знаете, я всегда возвращаюсь. И там, знаете, когда у тебя телефон уже много лет, ты возвращаешься в архивы в года. И вы знаете, как классно почитать некоторые вещи, которые ты же писал пять лет назад, четыре года назад, три года назад. Аминь. Как он говорил с тобой? Как ты любил его? Ты заметил, что в ранних вещах у тебя не было никто, ничто, никогда, нигде. Тебе это не волновало. Тебя волновало только собственное сердце. И говорил ли со мной Иисус. И ты так переживал, если один день Иисус с тобой не говорил? О, да, мне не, не надо даже имени здесь говорить. Окей, не надо. Я все понимаю. Послушай. Часто человеку кажется, что оберегать нужно свой, знаете, драйв, сил, да, свое помазание, свой дар. Но ни в коем случае не позволить никому остановить его. Это правильно, но это не все. Как часто людям кажется, что меня хотят остановить, и человек спасается, вырывается, он держит, свое, он держит свой дар, не коснетесь дара, не коснетесь моего помазания, он продолжает проповедовать, он продолжает молиться, он продолжает евангелизировать, ездить на поездки, не имеет значения. Он думает, никто не отнимет у меня от моего таланта, а тем временем дьявол уже давным-давно перестроил твой фокус давным-давно перекрутил несколько маленьких шурупиков и весь твой прицел твоя мушка все съехала и потом смотришь раз брат упал два брат упал три сестра четыре сестра и ты не понял господи что происходит и самое интересное что эти люди не задумываются проверить свой фокус они проверяют патроны есть есть стреляем дальше стоп перепроверь куда Часто такие люди забывают про фокус, они забывают держать свой прицел в сохранности. Послушайте, и часто врагу даже не нужно много напрягаться, он просто приходит и понемногу сбивает фокус лидера. Дьявол не касается помазания, призвания или таланта. И вскоре можно наблюдать, как такие личности начинают любить то, против чего шли, и ненавидеть то, чем так сильно ценили. Я еще раз скажу, любить то, что абсолютно терпеть не могли и ненавидеть то, чем так долго ценили. Что это? Сбитый фокус, церковь. Сбитый фокус. Послушайте, ты что-то для себя берешь? Хорошая тема, да? Такая аж... Господи, сидишь и говоришь, где сказать прости? Тут или там, или уже дождаться конца? Ой, Иисус, во что превратились наши молитвенные группы и домашние группы? Во что? Просто вопрос. Я не знаю, во что. Я вам задаю вопрос. Во что? Во что превратились мои мечты? Раньше эти мечты были без скорости. Эти мечты были «Бог, приди, мне все равно через кого». А сейчас не через меня, пошли все лес. И потом мы задаем вопрос «Господи, а почему?» А все по тому же, семья, <laughs> сбитый фокус. Другими словами, враг не забрал твое оружие и не заставил тебя, тебя стрелять в что-то другое. Он не заставил. Он не может тебя заставить. Но перенаправив твой прицел, ты сам будешь делать то, что не хочешь. Все со мной. Дьявол не собирается забрать твою винтовку или сказать тебе «А ну, стреляй туда!» Ты, конечно, скажешь, да никогда в жизни. Но он потихоньку приходит и перекручивает, перекручивает, перекручивает. И это заняла перекрутка целый год. Не переживай, у него времени больше, чем у тебя и у меня. У него времени больше, окей? Okay? Хотя оно короткое, но его больше, чем хотя бы у нас. И он перестраивает. Иногда эта перестройка берет год, два. У некоторых три, у некоторых пять. И в конце концов, если ты не скалибруешь с тем, кем ты был, вот почему Бог говорит, вспомни, откуда ты упал, вспомни. Вспомни свой первый прицел и выстрел. Вспомни, кто ты? Ну я тот же самый. Не, ты не тот же самый. Если бы ты тот же самый, вокруг тебя происходило бы то же самое. Окей, идем дальше. Какая тихая хорошая тема. Мне так нравится. Мне даже кричать не надо. Сегодня можно спокойно. Спокойно справиться. Смотри. Все это происходит, когда дьявол приходит, сбивает наш фокус, потому что наш прицел не под охраной. Никто даже не задумывается проверить прицел. Все, чтобы стрелять, все, чтобы собираться, все, чтобы это делать, и то, и то, и конференции, и сходки, и это, и то. А фокус, а прицел ты проверял? Ну как, мы делаем. Не-не-не-не, ради чего? У кого-то раньше фокус был Иисус, и когда пришли чудеса, ты был рад. Теперь твой фокус не Иисус, теперь в твой, твой фокус достичь чудес. Дорогие мои, Библия не говорит, пойдете и чудеса творить будете. Нет, ну, она пойдете и спасать будете. И за теми, кто спасает, проповедует Евангелие, реформирует, трансформирует, да? будут следовать <laughs> чудеса. Давайте не, не, не путать. Да? У нас, знаете, нам так кажется, Господи, вот почему люди не приходят на чудеса? Да потому что это все наоборот. Сначала приходят люди, потом происходят чудеса. У нас наоборот, значит, чудеса, и мы ждем, а что люди не приходят. Потому что все наоборот. Фокус сбит. Смотри. Теперь ты молишься, но не о том. Теперь ты учишь, но не то, о чем учил. Ты все продолжаешь двигаться, но уже абсолютно не туда. Послушай, когда жизнь приходит, когда в жизнь приходит усталость, мы начинаем потихоньку идти на компромисс со своими же принципами. Amen. Раньше ты говорил минимум 15 минут в день молитвы, минимум полчаса в день молитвы. Немножечко. Хотя бы я говорил, я встаю утром и я начинаю с Библии. Я открываю Библию и вслух читаю Библию в своем офисе. Я говорил в машине, пока я буду ехать, я буду молиться 30 минут, пока доеду, я буду молиться на языках. Скажи мне, где это сейчас? Где твои обещания, которые ты обещал? О, церковь, настало время перепроверить фокусы. Настало время проверить свои же обещания Богу. Не мои, свои же. Не надо никому ничего говорить, не надо аминькать. Если ты в состоянии, в правильном, ты, ты абсолютно в нормальном состоянии. Если с твоим фокусом проблема, то сегодня будет тихо. По крайней мере, вокруг тебя. Послушай. Итак, когда в жизнь приходит усталость, мы начинаем потихоньку идти на компромиссы со своими принципами, обещаниями, вещами. Куда ты раньше ходил? Ты вроде в духе, но ты уже раз и не пришел туда. Теперь, теперь твоя энергия теперь не туда, а вот сюда. Раньше я час стоял на коленях, сейчас я час смотрю новости по телевизору. Не кажется ли тебе, что фокус сбит, церковь? И потом мы говорим, в церкви нет огня, а огнем-то был ты. Хо -хо -хо! А жизнь приносил-то ты. Жажду и голод сносили вы. Аминь. Ты здесь? Ну, церковь, ну аминь или не аминь? Я, 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 я честно говорю, я, вы знаете меня, я всегда, я человек чести, я по правде. Вот по правде, как есть. Никого не обижая, любя каждого из вас, за каждого из нас умер Иисус и пролил свою кровь. Мне просто хочется задать вопрос, там ли ты? Если нет, с этого понедельника ты начинаешь делать то, что ты обещал ему пять лет назад. Ты здесь? Вспомни свои посты, молитвы, вспомни обещания, вернись туда, перестань. Убери фокус людей, чем они занимаются, и кто где спотыкнулся, что кто ляпнул. Глянь на его инстаграм, глянь на его фейсбук, глянь, 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 глянь на одноклассники, глянь, что он контакте написал. Теперь все твое время уходит в помойную яму под названием соцсети. Теперь ты не Библию листаешь, а Фейсбук, что написали о тебе. Тишина, я знаю, я знаю это, это я знаю церковь. Когда писал, думаю, папа, а ты уверен, что тема будет популярная? Похоже, не. Ну, твое сердце сейчас говорит, эй, тихонечко внутри говорит, козела, я тебе сколько раз говорил, молиться надо. Лох. Сердечко внутри тосит, твоя голова так качает и говорит, а сердце говорит, наконец-то, образуньте этого тормоза. И сердечко говорит, аминь, аминь, аминь. И знаешь, что твой сердце говорит? С понедельника Возвращаемся назад в посты и молитвы. Не надо делать церковный, стадом стадо баранов загнали, баститься будешь. Ну, буду, аллилуйя, уже все я. Нет. Исправь свои пути, свои. Я молю Бога всегда синхронизироваться с ним и смотреть, не на опасном ли я пути, у нас наоборот, не на ли опасном сосед пути. Я его проверяю, кто его знает, может он где-то тут не туда пошел. Ты здесь? Фокус. Смотри, давайте прочитаем, как однажды сбился фокус у одного из величайших людей Библии. Одного из любимейших людей Библии сбился фокус. Вы знаете, о ком я буду говорить? Вы знаете, что первым делом, кого я увижу после Иисуса, не знаю, Люблю. Каждому свое, конечно. Кто там побежит Адаму в морду дать? Я не знаю, кто кого. Я не, я не знаю, у кого какие приоритеты. Я только обниму Иисуса, я хочу сразу сказать, Господь, покажи мне Давида. Ладно, ладно, сейчас не о том. Сейчас серьезно. Смотри. И вот однажды, однажды сбился фокус. Давайте прочитаем, как сбился фокус. А? Тихонечко, незаметно сбился фокус. Итак, читаем. Второе царство, 11 глава с 1 стиха. Четвертая книга царств, одиннадцатая глава с первого стиха. О, вторая книга царств, извиняюсь. Вторая книга царств, одиннадцатая глава, четвертая, куда-то убежал. Вторая царство, одиннадцать, один. Весной, когда цари идут на войну, Давид послал Иава. Вот здесь уже все, все, мы уже приехали. Все, вот первый стих, мы сейчас пойдем дальше. Я хочу остановиться вот здесь. Ты здесь, ты со мной? Ты чувствуешь, куда идем, да? Когда цари идут, когда? Твоя расслабуха весной-то и начинается. Не, война, лесом война, братуха пусть поюет на меня. И он говорит, Иав, я тебя повышаю в ранге. Нет, царь, ты себя понижаешь. Ты здесь? Нет, царь, ты не Иава сейчас сделал предводителем, ты снял с себя чин. Точно. Вместо аминь говорим сегодня ауч. Это, это хорошее слово. Аминь, ауч, ауч, ауч. Вместо себя. Написано, когда цари. Иав не царь. Когда цари идут на молитву, я включил что-то другое. Знаете, с чего начинается сбой мишени С того, что я когда-то обещал и делал. И то, что я должен делать как христианин, я не делаю. перелетать Я не знаю. Может, это а не перь, может, это волосы моего кота. Ну, ну я имею в виду, ну, ну до, до конца честно быть уже, все со мной, да? Как бы кто его знает, похоже на кота. Ладно. Может я роликом не все скатал себе. О, ангелы здесь. Нет, это твой кот, которого ты гладил перед уездом в церковь. Так, ладно. Аллилуйя. Чудеса начинаются. Я уже чувствую, коты летают. Назад к Давиду. К Давиду, братья и сестры. Итак, весной, когда все просто вываливаются из славы Бога, когда цари идут на войну, Давид послал Иава со своими приближенными и всем израильским войском, и они нанесли поражение аманитянам и осадили их главный город Рааву. Давид же остался в Иерусалиме, вот его проблема. Давид сделал то, что раньше не делал. Вся наша проблема, сбой нашего фокуса начинается с того, что я позволил какому-то компромиссу вкраться, и теперь дьявол не, не сразу заставляет тебя как будто атаковать, обливать грязью, наблюдать, выслеживать, плевать. Дьявол что делает? Сначала он... Нет, он даже до этого не... Он, твоего помазания твоих проповедей ничего не касается, ни молитв, ни евангелизации, ничего. Все, что он делает, он говорит, отдохни. Ты заработал отдых. Отдохни! Ну что ты попрешься, как каждый год, каждый царь прется! Ты что? Не, не, ты уже хороший царь, ты уже заработал отдых? Ох, он там заработал. Я не знаю, что он там заработал, но заработал он не отдых точно. Он заработал себе такой геморрой. Нет, головную боль. Скажем, по-современному. Заработал головную боль. Смотри. Давид же остался в Иерусалиме однажды. Смотри, в Иерусалиме. Вот он. Вот он остался в Иерусалиме. Однажды вечером. Да-да. Что Давид должен был этим вечером делать, если пошел на войну? М? 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 Молиться, поститься, сидеть в палатке, читать Библию. Ну, это моя интерпретация. По крайней мере, он должен был отдыхать, чистить свое оружие. Он должен был брать свой меч и острить его, узнавать у своего главнокомандующего, что происходит там, узнавать у того, что происходит там, планировать атаку на завтра, а этим вечером Давид ходит и смотрит. Все со мной? Вы чувствуете, как начинает сбиваться фокус человека, да? Это не то, что мы с вами не делаем. Давид продолжает делать, но только не то и не тем местом. Ладно, это глубоко было. Ладно, хорошо, идем дальше, идем дальше. Кто его знает. Смотри, другими словами, работа продолжалась. Однажды вечером, поднявшись с постели, Давид прогуливался по крыше своего дворца. Что он там на крыше делал, я не знаю. С крыши он увидел купающуюся женщину. У нас можно так сказать. Задержался домом и вместо молитвы включил вечером интернет и увидел купающуюся женщину. А женщина увидела купающего мужчину. Чего вы, женщины, улыбаетесь? Вы что, другие, что ли? У вас тоже тело и те же части, требующие того же внимания. Аллилуйя. Хорошо, Итак, Давид прогуливался по крыше своего дворца, и, конечно, там он крышу свою и потерял. Смотри, с крыши увидел купающуюся женщину. Женщина была очень красива. Конечно, Давид, да что, у него там хватало всех, всяких. И Давид послал разузнать о ней. Смотри, теперь он посылает разузнавать не о враге на поле битвы, Теперь те же ресурсы, те же люди, которые должны отслеживать врага, отслеживают каких-то баб. Ты со мной нет? Ну, 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 вот по сердцу, вот вот от, от сердца. Теперь все ресурсы. Слушай сюда, ресурсы царства, вельможи люди чести. высматривают девок? Ты, ты, ты что, царь? А что? Мне, де, мне, мне девушка понравилась. Царь, ты, 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 ты с ума сошел? Нет. Вы понимаете, что мы не перестаем никогда делать? Мы делаем не то. И теперь ресурсы, которыми бы я отслеживал врага, я отслеживаю девчат. Ну, здесь, конечно, это никому не относится. Это Давид все. Наглая личность такая. Смотри, Давид послал разузнать о ней, послал и сказал, а, смотри, по посланный сказал, то есть разузнали все уже. Этот сыщик, который должен исполнять свою функцию сыщика, разузнавать о враге, он начал ковыряться в грязной постели какой-то женщины. И он смотрит, он говорит: это Версавия, дочь Елиама и жена Хи, Хета Урии. то есть Ури Хетианна, мы потом понимаем Хетианина, мы понимаем это, да? Хета Ури, Ури из Хета, можно так сказать. Тогда Давид послал людей, чтобы привести ее. Она пришла к нему и он лег с ней. Ну, мы, конечно, понимаем, что он не просто полежал. Библия, мне так нравится Библия. Знаете, пришел Давид, он говорит, можно полежать с тобой. Полежал. Вот они полежали утром, полежали на утро. Он говорит, ну все, можешь идти. Если еще, приходи завтра, еще полежим. Люблю я Библию, как она смягчает все кривизны. Даже современный перевод перевел несовременно. Смотри. Мне так нравится. И он лег с ней. Она только что очистилась от своей ежемесячной нечистоты. Это в кавычках. Ну, естественно, там женские моменты. Смотри, дальше. Затем она вернулась домой. Эта женщина забеременела и послала сказать Давиду, Давид, ты в проблеме. Мы с тобой классно полежали. Вы чувствуете, как энергия Давида теперь уходит не на это, а на вот это? Можете себе представить, теперь вся энергия Давида, вместо того, чтобы воевать с врагом, отвоевывать, делать свое имя еще сильнее, делать, показывать людям пример, он теперь занимается разыскиванием, выслеживанием Урии. Урия приходит, теперь все мысли Давида не о Боге и не о битве, а как Урию подложить, чтобы сделать вид, что это она забеременела от него. Теперь все ресурсы, все его мысли, все его сыщики, вся охрана и армия работает. Дорогие, это про образ, как работает наш разум и мы. Вот забудьте за Давида. Вот представьте, Давид ⁇ это мой разум, и все остальные ресурсы, которыми он пользовался, это мое тело. Теперь все мои ресурсы, мои руки, глаза, уши, рот, мои, мой разум, все мои ресурсы моего тела теперь направлены, как отмазаться от того, что я первоначально и не должен был делать. Как выйти из ситуации, в которой я и не должен был находиться изначально. Окей? Okay, читаем дальше. История не заканчивается. Я беременна. Тогда Давид отправил, а, смотри, я беременна. Она говорит ему, я забеременела. Он ничего не сказал и там, а, он так, он смотри, что он говорит. Тогда Давид отправил Иаву приказ. Пришло, пришли ко мне Хета Урию и он послал его к Давиду. Когда Урия пришел к нему, Давид расспросил его об Иаве и обоинах и о ходе войны. Затем Давид сказал Урии, ступай домой и омой ноги. Урия вышел из царского дворца, а вслед за ним понесли царский подарок. Но Урия лег спать у входа во дворец со всеми слугами своего господина и не пошел к себе домой. Можете себе представить? Человек был на войне долгое долг 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 время, даже не пошел к своей жене, даже здрасте не сказал. О чем это говорит? Это не говорит о том, что он плохой муж, это говорит о том, что он настолько был верный. Можете себе представить, тебе ресурсы Давида. Не. Ресурсы Давида не воюют с врагом. Ресурсы Давида выискивают, как убить своего самого верного друга. А вот здесь будет тишина. И даже я, аминь, не хочу говорить. Теперь все ресурсы меня выискивают пути, как уничтожить то, что я должен ценить от начала. Хорошо. Идем дальше. Урия не пошел домой. Господи, смотри, не пошел домой. Когда Давиду сказали, Урия не пошел домой, у Давида начались проблемки. Вы понимаете, почему? Он просил его, разве ты не, разве ты не после дороги? Другими словами, у царя было меньше чести на тот момент, замок, на тот момент, чем у Урии. Почему? Потому что царь тогда... Знаете, почему я говорю, что врать это плохо? Потому что каждый раз, когда ты врешь, тебе нужно потом придумывать еще одну ложь, покрывать эту ложь. И в процессе, через годы, у тебя будет одна ложь. Поэтому я говорю, лучше сказать один раз правду, и ты всегда ее помнить будешь. И не надо вспоминать, что ты кому говорил. Смотри. Урия не пошел домой. Он спросил: разве ты не после дороги? Почему ты не пошел домой? Урия сказал Давиду: слушай сюда, слушай слова этого мощного человека. Ковчег Израиль и Иуда находятся в шатрах. И мой господин Иав, и все люди моего господина находятся на открытом поле. Как же я могу пойти домой, чтобы есть, пить и спать со своей женой? Бум! Держи! Держи, Давид, пилюлю! Давид его не хотел убивать. Он скинул все свои ресурсы, чтобы сделать, чтобы он со своей женой переспал. Ну, лег. Смотри. Верно, как и то, что жив ты, и я не сделаю подобного. Другими словами, он сказал, Давид, можешь даже не дергаться, я домой не собираюсь, я буду спать вот здесь на ступеньке. Потому что все мое войско, и Иав, все спят вон там на поле. Смотри. Тогда Давид сказал ему, оставайся здесь и сегодня, а завтра я отправлю тебя обратно. И здесь начинается следующее. Теперь вся энергия Давида, Весь фокус Давида теперь не на Боге, не на, не на битве. Теперь вся его жизнь заключается в том, чтобы выбрехаться. И теперь сделать выбрехаться не получилось. Теперь он будет делать все возможное, чтобы убить того, кого нужно ценить и кому нужно медали вешать. Смотри, Урия остался в Иерусалиме и в тот день и на следующий день по приглашению Давида он ел и пил с ним и Давил наполнил напоил его до пьяна. Но вечером Урия вышел, чтобы лечь спать на свое на на своей циновке со слугами своего господина, но не пошел домой. Поутру Давид написал письмо Иаву, письмо и отправил его с Урией. Послушай сюда, он, он знал, что честь Урии не позволит открыть письмо, и поэтому он приговорил там его к смерти. В письме было сказано, смотри, поставьте Урию там, где будет самое яростное сражение, и отступите от него, чтобы он погиб. Естественно, Иав, будучи человеком чести, он исполняет приказания. Но я так скажу, то, что сделал Давид, то, что сделал Давид, это была реальная кошмарная картина. В процессе он убивает двух зайцев. Он убивает Урию, и он берет его жену себе сразу, берет его жену себе в жены. Естественно, мы понимаем, что Давид из-за этого поступка, из-за сбитого фокуса запускает проклятие, которое по его роду идет, идет, идет до дня его смерти, дорогие, до дня его смерти. Потом умирает Авессалом. Мы с вами там Фамарь насилует. То есть мы с вами помним весь этот кошмар, который потом умирает Авессалом. Потом, когда Давид уже вот при смерти уже ходить не может, Адония вместо Со, вместо Соломона вылазит на трон. Другими там у него он запустил что-то со сбитым фокусом видишь ли ты как можно все свои силы просто направить не туда и потом вся твоя жизнь будет заключаться в том чтобы раскрутить тот клубок которого не должно быть в первом вообще случае быть вообще теперь я раскручиваю то чего я вообще не должен делать Теперь я отмазываюсь, выбрехиваюсь, выкручиваюсь, пишу, объясняю то, чего вообще не должно быть, потому что когда-то был сбит фокус, и теперь вся моя энергия не на Бога, на славу, на чудеса, на силу Его, чтобы видеть спасающуюся нацию, а чтобы просто отмазать свое грязное имя. Ты здесь? Но Бог видит, Он видит Давида, и Он присылает ему пророка. И он говорит ему очень классную сказку. Кто помнит эту сказку? Ой, сказка. Как Давид, я так скажу, сказка, как Давид сам себя наказал. И он говорит ему, у одного было много овец, и у него был слуга, у которого была одна любимая. Одна любимая. И когда к мне пришел гость, он не заколол своих жирных овец, он пошел и взял у того, у кого была единственная, и убил. Он говорит, не должен жить тот человек. И слуга говорит, алло, на проводе Господь, ты тот человек. И здесь включаются мозги. Наконец-то, первый раз за весь кошмар включаются мозги у Давида, вон там. И он говорит, О -о -о, согрешил я. Другими словами, он начал выстраивать свой фокус назад. И он говорит, боже мой, что делать? Боже мой, что делать? И я молю Бога, чтобы некоторые одумались, пока еще есть время церковь. Послушай. Представьте, Давид направил все ресурсы царства. Все ресурсы, часть ресурсов для войны, чтобы убить одного из самых преданных ему и верных людей. Вот это называется сбитый фокус. Что сейчас пишется тобой? Что сейчас говорится тобой? Что сейчас является твоим главным фокусом? Что? Господь. Не-не-не. Господь это всего лишь прикрытие для того, что ты делаешь. Прикрытие для того, кем ты являешься. Проводишь ли ты с Богом сейчас столько времени, сколько ты проводил с ним три года назад? Ну, я вырос. Нет. Ты пал. Мне уже не нужно столько времени общаться с Богом. Ну вот тогда ответь, почему ты в этом положении находишься сейчас, в тяжелом, кошмарном, неудобном и отвратительном положении. Потому что ты вырос или потому что твой фокус сбит и ты начал делать то, чего ты не должен делать? Угу. Интересно. Смотри. Давид... Запомните, Давид не остановился воевать. Он продолжал убивать. Но это уже были не враги на поле битвы, а верные, друзья. Все понимают, как важно иметь правильный фокус на правильные вещи. Теперь Давид перезаряжает свою винтовку, целится, выстреливает и ложатся самые верные личности в его жизни. Что это? А вот что это, дорогие. Вот что это. Смотри. Знаете, что во всей этой истории больше всего меня напрягает? Знаете, что я вам сейчас скажу? Давид во время всей этого кошмара не отступил от Бога. Стоп, а вот здесь, здесь реальная глубина. Некоторым кажется, что я могу быть со сбитым фокусом, я отступил от Бога. Он не отступил от Бога вообще. Библия говорит, что Давид при всей своей жизни ни разу. Прочитайте то, что пишет о Библии. Библия о Давиде. При всех его вот этих вещах, написано, Давид ни разу не отступил от Бога. Он просто стрелял не туда. Знаете ли вы, что можно продолжать молиться, общаться и делать? Но это теперь абсолютно не то, что ты должен делать. И при всем этом иметь отношение с Богом, говорить Господь. Другими словами, я могу иметь винтовку, я могу иметь патроны, я могу иметь все, но мой, но мой прицел смотрит в другую сторону. И всякий раз, когда я направляю прицел туда, мое дуло смотрит вот туда и ложит кого-то рядом со мной. Ага, уникально, да? Я еще раз скажу, во время этой момента в Библии нигде не написано, что Давид отступил от Бога. Наоборот, когда он узнал о наказании, что Давид сделал? Что Давид сделал? Пошел разодрал на себе одежду посыпал голову пеплом и начал орать богу так никогда почему потому что он заблудился потому что он поймал самого себя в своей же собственной лжи со сбитым фокусом он говорит бог другими словами и вон там он говорит хотя бы пусть останется жив ребенок другими словами отношения с богом у него не разрывались просто сейчас пришел кто-то и сказал ему ты стреляешь но не туда Пророк не сказал ему, покайся, ты отступил от Бога, ты начал идолам поклоняться. Нет. Давид продолжал делать, я так скажу, делать свои ритуалы, ходить как царь, как священник, писать свои псалмы. Он не остановился, он от Бога не отходил. К при нашему великому прискорбию нам так хочется верить, что все, кто созбились с фокусом, все отступили от Бога. Нет! Они продолжают искренне читать Библию иногда и молиться к Богу, но это уже абсолютно не то. Ты здесь? Это, 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 кстати, вот этот, вот этот point для взрослых людей. Как многие из вас делали кошмарные вещи, не задумываясь, но ваше сердце все равно молилось Богу и общалось с Ним. Ты не отступал от Него. И потом ты говоришь, о Боже, потом приходила картина реальности, и ты говоришь, о Боже, что было? Бог тебе говорит, сбитый фокус. Не туда стреляешь. Смотри, Вопрос? Твои войска продолжают воевать с врагом, или твои войска уже давно уничтожают друзей и близких? Вопрос. Твои войска продолжают воевать с врагом, или твои войска ложат близких и родных? Окей. Okay. Смотри. Я бросаю сейчас вызов всем, к тем, кто слушает, смотрит, всем, кто находится в этом зале. Проверить свой фокус. Куда уходят твои силы, энергия и ресурсы? Простой вопрос. Куда сейчас уходят твои силы, энергия и все ресурсы? Куда? Куда уходит твоя энергия? Ну ты понимаешь, такая ситуация нет, раньше этой ситуации не было. Ты эту ситуацию сотворил, ты дал ей развиться. Столько ли ты молишься, как молился раньше? Проводишь ли ты столько времени со Святым Духом, как проводил раньше? Кто сейчас твои друзья? Похожи ли они на тех друзей, которых ты имел раньше, и вы часами говорили об Иисусе, о Его славе и о Его движении? Имеешь ли ты Этих же людей, которые говорят то же самое. Или знаете, как узнать, кто ты? Проверь тех, кто вокруг тебя. Потому что ты никогда долго не задержишься вокруг тех, с которыми тебе дискомфортно. О, Сергей знает точно, о чем я говорю. Поверьте мне. Не надо говорить, это они лохи. Я помню тоже, вы знаете, я помню тоже, был в разных ситуациях жизненных, скажем так. И остановимся на этом. Я так скажу, Бог, это они лохи. Это тут алкаши одни, вонючие морды, блевотина вокруг. Глядь, что это? А Бог говорит, это ты. Сейчас утром просыпаюсь, не блевотины, не рубленых огурцов. Кто знает, о чем я говорю? Ни вони, ни выпитых бутылок, ничего, сейчас приятно. Лежит красивая жена рядом, детки, хороший дом, тишина, покой. Почему? Я эту жизнь сотворил. Я ее выбрал, я к ней стремился. И вот момент жизни, в котором я нахожусь. Я открываю глаза, и первая моя мысль, Бог знает, последняя моя мысль, когда я засыпаю, это будь со мной. И когда я просыпаюсь, всегда о нем мысль. Отец, я хочу быть с тобой. М -м -м, как классно. Проверь свой фокус. Я бросаю тебе вызов. Проверь свой фокус сегодня утром. Не надо нам следующая конференция, не надо, чтобы кто-то нас промаливал. Промоли себя сам, взрослый христианин. Ну, они уже приходят, они мне уже сил не дают. Это говорит о том, что они тебе не то, что сил не могут дать. Они даже ума не могут ставить. Знаешь почему? объясняю, когда церковь говорит, что приезжают люди, и они уже нас ничему не учат, знаешь, что это? что это? Это говорит о том, что ты духовно уже на их уровне и должен делать минимум, что делают они, и еще больше. Всякий раз, когда ты будешь говорить, у мне эти уже ничего не дают, это значит, что ты уже на том уровне, где ты давать должен всем все вокруг. Где ты должен учить. Потому что учителя учат до тех пор, скажи мне, сколько раз, сколько лет ты можешь ходить в 10 класс? Ну-ну-ну, стоп-стоп-стоп, ты что смотришь? Сколько лет ты можешь ходить в 10 класс? Один год. Когда ты остаешься на второй год, что ты делаешь? Видели? Знаем. Наперед знаем. Неинтересно. Представь, что ты будет с тобой, когда ты остаешься на третий год в 10 классе. О, Боже, я сюда, наверное, уже не приду. Ты здесь? Это говорит о том, что из ученика в учителя нужно перерастать. Нужно закатывать свои рукава и искать методы спасения этого мира, а не ждать следующего правоведника на высшем уровне, чтобы меня завел с толкача такого лентяя лоботряса лоха. Лох — это лишенное общество Христова. Перевод. Смотри. Я буду заканчивать, мое время оканчивается. Я хочу, чтобы ты взял для себя вот этот момент. Сбитый фокус. Сделай сейчас диагностику своего сердца, где оно находится. Давайте я прочитаю сейчас одно место из Библии, из Откровения, которое шокировало меня. Шокировало меня. Потому что то, что Бог пишет, Иисус говорит Иоанну об этом человеке, никогда нельзя сравнить с тем, что у него сбит фокус. Но Библия говорит сбит. Хотите знать это место Давайте из прочитаем. Библии? Давайте прочитаем. Откровение 2.1 Откровение 2.1 Ангелу церкви в Ефесе напиши. Ну, вы все понимаете, да, что ангел это пастор, и Иисус не, на, не нуждается в письменах Иоанна, потому что он со своими ангелами сам поговорит. Все со мной, да? Лоис, если у тебя логически включены мозги, ты понимаешь, что это пишется не ангелам, Потому что в оригинале написано, что это был пастору Ефесской церкви. Пастору такой-то церкви напиши. Это было несколько церквей, которым он должен был лично написать письма и отослать. Это не было сказано в духе, это было сказано физически. Напиши это письмо, подпиши это пастору Ефеса и отправь в ту церковь. Окей. Смотри, что Иисус говорит Иоанну написать пастору в Ефесе. Напиши, вот что говорит тебе тот, кто держит семь звезд в правой руке своей и ходит среди семи золотых светильников. Слушай сюда. Слушайте сюда, дорогие мои, как можно иметь абсолютно сбитый фокус, но абсолютно уникальное положение. Смотри. Все дела твои знаю. Слушай, знаю. И тяжкий труд твой, и стойкость твою знаю что ты не терпишь, что ты не терпишь ты нечестивых в своей среде. И то, что испытал ты тех, которые называют себя апостолами, ты понял, что они лжецы, не те, за кого себя выдают. Ты тверд, слушайте сюда, как он описывает резюме этого человека. Ты тверд в испытаниях. Много претерпел ты за верность имени моему и не пал духом. Но вот, о-о, но вот я перефразирую но вот имею против тебя то что у тебя сбит фокус у тебя абсолютно сбит фокус и смотри что бог говорит смотри что он говорит но вот у меня против тебя потерял ты любовь которая дорожил в начале ты потерял самый главный ингредиент твоего фокуса у каждого из нас свой у него в ефесе у этого пастора был фокус самый главный фокус в его жизни это был любовь. Смотри. И вот вот этот прицел. Смотри, прицел. Смотри, что он говорит. Любовь, которую ты дорожил вначале. Вспомни, с какой высоты духа ты пал. Можешь себе представить? При всем служении Богу, верности, стойкости, победах, о которых Иисус ему говорит. Он говорит, я знаю, ты пал. Другими словами, ты не отошел от меня. Все понимают, о чем я говорю, что Давид не отошел от Бога, но у него был сбит фокус. Вот, этот пастор не отошел от Бога. Он просто говорит, ты мой, ты делаешь все правильно, но у тебя есть момент, из-за которого я сдвину твой светильник. Мне твои дела не нужны, если твой фокус неправильный. Все здесь? Поэтому слушай внимательно. Вспомни, с какой высоты духа ты пал. И смотри, что он говорит сюда. Покайся и вернись к прежним делам своим. Покайся и перенастрой свой фокус, свой прицел, как было раньше, как было в начале. Дорогие, я не знаю, почему Дух Святой вчера вечером, поверьте мне, у меня была абсолютно другая тема, Бог свидетель. Но я сел, и Дух Святой говорит, Скажи это, потому что сейчас в этом зале и вон там, где нас смотрят и слушают, есть те, которым реально сейчас нужно встряхнуться и сказать, Бог, как? При каких обстоятельствах я докостился вот в этот кошмар, который раньше ненавидел, и с такими людьми, как я сейчас, тогда я не общался. Почему мои друзья враги и мои враги друзья? Почему? Почему? Сбитый фокус. Смотри, что он говорит им. Если же не покаешься, приду к тебе сам. То есть мы понимаем, что это не говорится, к ангелу Бог придет. Вот придут к ангелу и, и наляпают тебе. Приду к тебе сам, пастор. И сдвину светильник твой с места, на котором стоит он. Другими словами, если твой сбивается фокус, и ты не хочешь вернуться назад, Бог забирает все. Он сдвигает все. Поэтому будьте очень аккуратны, когда сбивается фокус. Вы будете лишены Богом данной вам идентификации, если не вернетесь в то, кем Бог вас призвал от начала. Если ты пытаешься построить свою идентификацию на славе Бога и на движении Его, это ложь. Бог заберет свою идентификацию, кто ты. Твоя идентификация, в прошлое воскресенье мы говорили, это чистота и сила Иова, который не мог прикоснуться, ни Бог не делал. Это параметры сердца, это невидимые параметры сердца чести, стандартов, принципов. Вот это я. Я не помазание, я не кафедра, я не камеры, я не твой друг. И я набор принципов, Набор стандартов, набор чести. Если это уходит, теперь все мои ресурсы, мое тело, это всего лишь ресурсы для моих стандартов, которые живут внутри меня. Кто я? Я набор стандартов. Это делаю, это не делаю, туда хожу, туда не хожу. Первый псалом Давида, он четко говорит, кто обитает в Доме Божьем тот, кто не сидит нечестивцами, не сидит в собрании развратников, бла -бла, бла 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 Там много чего написано. Он говорит о том. И что он написал в первом псалме? Он написал стандарты сердца человека. Плоды духа же есть. Кто мне может перечислить плоды духа? Кротость, смирение, любовь, долготерпение, мир. Знаете, радость – это все плоды духа. И я читаю, какой дух? Радость – это плод духа? Да. Терпение да. Любовь? Да. А оказывается, все плоды Духа связаны непосредственно с моим сердцем. И Когда дьявол атаковал Иова, он забрал у него все, но не мог прикоснуться к одному единственному, к стандартам, принципам и позиции, по позиции Иова. Он не сдвинулся. Все, что дьяволу нужно было сдвинуть Давида, Давид не сдвинулся со своих принципов. Смотри, что сделал. Дьявол сдвигает его фокус, и у Давида сдвигаются все принципы. Нет, вы не поняли, как глубоко было то, что я сейчас сказал. Дьявол сдвигает твой фокус, и твои принципы плывут за твоим сдвинутым фокусом. Теперь он блудит, когда он был против этого, он ненавидел это. Теперь он убивает, он ненавидит, он говорит, убийц, я не. То есть он свои же псалмы Давид прочитай. Не сидит в собрании развратителей. Кем ты Давид стал сейчас? Ой! Перечитай, Давид, царь Давид, свои псалмы, когда ты был пастух Давид. Все здесь? Прочитай свои псалмы, Царь Давид, когда ты был посух Давид, и вернись в свое сердце пастуха Давида. То, кем ты был, там, где ты был никем, церковь, когда мы начинаем в своих глазах быть кем-то, вот оттуда начинаются все проблемы. Слушайте сюда. Я никто, ничто. Я потерянное существо без Иисуса Христа. Все, что у меня есть, это абсолютный бонус. И все, что я имею, Бог вообще ничего мне не должен делать. Поэтому как только я думаю, что что-то в моей жизни должно быть. Вот там начинается. Я думаю о себе, я превозношусь. Я начинаю делать с позиции чего-то, что не должен. Когда ты уходишь в смирение, я никто, ничто, я ничего не могу, я раб твой Иисус. Вот там начинается. Отец говорит: смиренным дает благодать. О, уа, 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 уа. И если же не покаешься, приду к тебе сам. Иисус говорит: представляешь? И сдвину светильник твой с места, на котором стоит. Иисус! Разве так важно? Какой-то маленький фокус. Смотри, сколько дел человек для тебя делает. Тебе не стыдно, Иисус? Тебе не стыдно говорить на такого помазанника такие вещи. Смотри, Он стойкий, смотри, Он сильный, смотри, Он выстоял все, претерпел все, знает подделку, знает оригинал. Ты же говоришь о Нем. И Он говорит: покайся и вернись к прежним делам. Вернись туда, где была настоящая. Перестань играть здесь роль. Перестань. Пару вопросов я закончу. Что сейчас является твоим главным приоритетом в жизни? Что сейчас является твоим главным приоритетом в жизни? А, подумай. Это я оставляю на твое усмотрение. Прослушивали ты недавно, подслушивали ты, как я вначале говорил, свои молитвы? Своим сердцем. Прослушивали ты то, что ты говоришь, вот едешь и говоришь Богу, что тебе надо, что ты хочешь, куда ты идешь, о чем мечтаешь. Прослушивали ли твои молитвы вообще? Есть ли они. Ну, Господь, я вырос уже, и я общаюсь по надобности. А -а -а -а. Окей. Запомни. В духовной войне нет опасней человека. Чем личность, личность со сбитым фокусом. Потому что тем талантом, которые Бог дал им для утверждения Его царства на земле, они будут утверждать царство тьмы. Когда твой фокус сбит, все, что ты будешь делать, даром с неба утверждать престол собственной плоти и престол тьмы на этой земле. Потому что все, что не от Бога, это не от Бога церковь. Аминь. Давайте мы встанем. Я думаю, достаточно информации на сегодня. Сбитый фокус. Закрой глаза сейчас. Сейчас точно не надо шуметь, не надо кричать, не надо ничего никому говорить. Сейчас закрой глаза, вникни внутрь себя и скажи, Отец, тот ли я, который когда к тебе пришел? Дорогие, знаете, что мы не имеем права потерять никогда? То первоначальное состояние нашего сердца, в котором мы были, когда мы пришли к Иисусу Христу. Если сейчас на твоем сердце наросла какая-то оскомина, наросло что-то, что там не должно быть, я прошу Духа Святого, положи сейчас руку на свое сердце, положи руку на свое сердце и скажи сейчас Иисусу, сердце чистое, сотвори во мне. Сотвори во мне чистое сердце сотвори во мне чистое сердце. Просто скажи ему, Отец, если сейчас и что-то сказанного касается меня, измени меня. Прямо сейчас скажи просто, скажи своими словами такую молитву, Отец, я прошу прощения за то, что я делал не то и был не там, где ты призвал меня первоначально. Я прямо сейчас вспоминаю мою первую любовь, мою первую радость, мое счастье, тот покой, который был в Духе Святом. И если этого сейчас нет, Бог, я прошу прощения. Если кто-то или что-то украло, мой фокус сбился на другое, на людей, на, на дела, на позицию. Бог, долой! Я хочу чистое сердце. Я хочу чистое сердце. Я хочу чистое сердце. Дай мне чистоты, Господь. Проверь меня, просканируй меня, вырви из меня, если во мне поселилось что-то не то, вырви грязь из моей души, из моего сердца. Бог, почисть все наросты на моем сердце. Я никто, я ничто, я ничего не достоин. Мне ты ничего не должен. Я говорю тебе, прости меня. Если это касается тебя, скажи ему, я прошу прощения, Иисус. Прости меня. Приведи меня. Верни меня туда, где я был. Верни мое сердце в состояние любви, счастья, покоя, мира. Верни меня. О -о -о. Верни меня, верни меня, верни меня. Верни меня. Верни меня, Иисус. Верни меня, Иисус. Я боюсь. Я принадлежу Тебе. Просто скажи Ему, Отец, верни мое сердце сердце я теряю мое сердце я становлюсь грубым жестоким лживым верни мне мое сердце дух святой верни мне мою радость дух святой настрой мой фокус на тебя никто не имеет значения в моей жизни как ты ты первостепенная субстанция, ты мой Бог, ты мой отец. Верни мне мое сердце. Я обещаю, я приношу, Господь мой, прощение, я каюсь. Верни меня назад. Назад. Помоги мне вернуться назад. Назад. Во имя. Иисус, воздай ему славу, воздай ему славу. Спасибо, любимый. Спасибо тебе, любимый.